Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем вязальном канале. Сегодня я хочу рассказать о том, что решила я вступить в вязальный марафон, который организовала Людмила. Канал ее называется «Веселые петельки с Людмилой». Этот марафон называется «Заберу в копилочку». Идея мне показалась очень интересной, потому что я сама очень люблю вывязывать какие-то замысловатые узоры, в общем, придумывать какие-то, совмещать узоры эти в какую-то модельку, там, к определенному цвету пряжи, что-то такое, да. И данная идея мне показалась очень интересной. Решила я постучаться к Людмиле, она меня с удовольствием приняла, спасибо ей большое за это. Итак, немножечко расскажу про данный вязальный марафон. Людмила организовала группу WhatsApp, где девочки-вязальщицы объединились и будут вязать узоры. Два узора в неделю мы должны выпустить. И такое было условие у Людмилы, что первый узор, который мы показываем в этом вязальном марафоне, должен быть у нас обязательно где-то связан. В общем, мы должны использовать данный узор в каком-либо своем вязаном изделии. И это изделие мы должны показать в конце этого вязального марафона. Итак, я долго думала, какой узор хочу взять и что связать. В общем, пересмотрела много-много идей. Сначала хотела связать теневым узором что-то. Потом хотела вязать жакард, что-то интересное. Да, мне тоже нравится вывязывать. А теперь еще решила, в общем, подумала, решила совсем другой использовать узор, о котором я расскажу чуть ниже. Итак, в группе в WhatsApp у нас, в общем, Людмила планировала собрать девочек в количестве человек 10, да, но к нам присоединились еще девочки, которых Людмила также приняла с удовольствием. Было 12 человек, а сейчас, насколько я знаю, 13. И, в общем, Людмила сказала также, что если девочки, как ей пожелают, присоединиться к нам, пожалуйста, милости просим, мы примем всех. Вот. Так. Обязательное условие данного вязального марафона – это же объявить организатора в первую очередь и проставлять хэштеги. Хэштеги будут несложные. В общем, значок хэштега – это у нас решетка, да, все знают. Вязальный марафон, слитно пишется. И второй хэштег – это узоры, нижнее подчеркивание, копилочку. Итак, Людмила также просит немного рассказать о себе. В общем, для того, чтобы было немножко представление у нас, как о вязальщицах. Итак, вкратце расскажу о себе. Я планирую, конечно, какой-то тег выбрать, где можно рассказать о себе, отвечая на вопросы. Но сейчас расскажу вкратце о себе. Так, немножко камеру поверну. В общем, вяжу я, научилась я вязать давно, еще маленькая. Я помню еще, это, наверное, были начальные классы, но там, конечно, было так, баловство, я считаю. Просто учились мы держать спицы, крючок, и, в общем, но вязала я, знаете, мне как хотелось вязать. Я вязала буквально вот, были у нас спицы, да, но были они железные, очень острые кончики. Я в кровь стирала вот эти вот места, вот здесь и вот здесь. Маленько заживет, я снова вяжу до крови вот это место, все ковыряла. Мне ж никто не говорил, что я вяжу очень туго, а я не понимала, что вязать нужно не так. В общем, и заживет маленько, я снова вяжу. Также училась я вязать и крючком. Вязали мы в основном коврики, да, вот такие домашние коврики. Я помню, брат старший выточил крючок, вот даже сам выточил крючок для нас. Он до сих пор у меня жив, я его никуда не дела. Как-нибудь даже потом покажу свои инструменты и покажу этот самый первый крючок и самые первые спицы мои, которыми я вязала. До сих пор они у меня есть. Вот, что еще, в общем, хотела про себя рассказать. Основательно я стала вязать уже с 2001 года, когда я стала уже работать самостоятельно и могла на зарплату купить себе, например, пряжу, либо первый журнал. Вот я покупала себе пряжу и первый журнал как раз-таки, когда только начала работать. С 2001 года, в общем, да. И дальше у меня был перерыв до 2004 года. Может, даже начало 2005-го. Потом у меня родился старший сын, и я стала ему вязать. И там меня понесло. В общем, вязала я раньше как? Вязала я раньше только, например, весной, осенью и зимой.
потому что летом у меня в основном была зимняя пряжа. Я даже не знала, что бывает летняя, что из нее можно вязать. Ну, как бы мало такого интересовалось, да? Вот, и в общем, летом я в основном делала передышку, я не вязала. А с 2015 года, получается, я вяжу уже не переставая. Даже с 2014 года, 2014 года я вяжу каждый день. Это для меня вот как наркотик теперь стал. Я не могу без вязания каждый день. В общем, на моем канале также вы можете зайти познакомиться. Я недавно выпустила приветственное видео о себе, знакомство со мной. Пожалуйста, проходите, кому интересно, можете посмотреть. Вяжу я не только изделия, но вяжу также игрушки. Банты делаем мы с дочечкой, да, в общем, канзаши называется это хобби, да, это рукоделие. И шью немного, ну, как бы шить нет, только на так, куколкам и все, баловство. Дальше. Есть у меня на моем канале маленькие видеоотчеты такие, да, где вы можете познакомиться с недавнего времени, как бы я стала выкладывать свои изделия в виде слайд-шоу. То есть можете посмотреть, пожалуйста, ознакомьтесь, кому интересно. И кому интересно, можете подписаться, пожалуйста, всем буду рада. Также, девочки, хотела сказать в начале видео, но как-то забыла, упустила этот момент. Сейчас некоторые комментарии, которые пишут мне девочки, да, они, видимо, как-то каким-то образом отбираются, попадают в спам или куда, я не знаю. Комментарии в оповещениях я вижу, я их могу даже прочитать. Но заходя на под данный комментарий, чтобы ответить, я его не вижу под своим видео. То есть в оповещениях оно у меня есть, это сообщение, да? Под видео я этого комментария не вижу. Я так понимаю, что, скорее всего, это идет фильтр Ютуба, да? И, наверное, просто там девочки вот в этих комментариях конкретно, которых я не вижу, там есть приглашение на их канал. Забегайте, типа, посмотрите, как бы там, давайте знакомиться. Эти комментарии, скорее всего, YouTube просто отсекает. Вот именно такие я потом обязательно вставлю слайд-шоу вот с такими вот комментариями, которых я вижу, но я не могу на них ответить. Они под моим видео не отображаются. Это так отступление немножечко, да? Также Людмила разрешила в приветственном видео показать первый мастер-класс на какой-либо узор, который мы выбрали. Я, наверное, так и сделаю. Итак, девочки, сегодня я покажу вам первый узор вязального марафона, заберу в копилочку. Будет выглядеть он таким образом. Вот такое вот миленькое сердечко. Может быть, плохо видно, но в жизни ярче, показывает ярче, в жизни у меня темнее пряжа, почему-то выбеляет ее, да? Узор двухсторонний, можно использовать его и таким образом, я считаю. В общем, вот такое вот миленькое сердечко. Итак, приглашаю к просмотру мастер-класса. Прошу строго не судить, так как это вообще первый такой вот попетельный мастер-класс данного узора. Никогда не снимала и неудобно, честно говоря, снимать на весу. Во-первых, руки постоянно убегают и приходится постоянно контролировать. В общем, не судите строго еще раз. Приятного всем просмотра. Кому интересно, забирайте себе в копилочку. И посмотрим, что я свяжу из данного узора. Потому что задание от Людмилы было. Первый узор, который мы покажем, мы должны использовать в каком-то своем изделии. И в конце данного марафона мы должны показать изделие вот именно с таким узором. Все, девочки, всем приятного просмотра. И приступаем вязать. Вяжем-повяжем. Набираем мы на раппорт узора 12 петель плюс 2 кромочные. Набираю я обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 плюс 2 кромочные. 1. Два. Первый ряд этого узора. Одну петлю мы сняли, кромочную. Дальше по узору у нас одна изнаночная, две лицевые. Темно, конечно, видно, хотя я днем снимаю, но видно не очень-то. Две изнаночные. Стараюсь вот так вот ближе.
наклонять. Одна лицевая, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные и кромочные. Я всегда провязываю ее изнаночной петлей. Дальше. Второй ряд мы вяжем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лицевых. Один, два, шесть получится. Три, четыре. Пять. Шесть лицевых. Одна изнаночная и 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Дальше. Третий ряд вяжем. Себе переставил подсказку, чтобы не сбиться. Кромочную мы просто снимаем. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет 3 лицевые. 1, 2, 3. И до конца изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная. Я вяжу ее изнаночной. Дальше переходим на четвертый ряд. Вяжем по узору. Кромочная. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1 изнаночная. Так, 2 изнаночные, 3 изнаночные. И дальше до конца ряда также лицевыми. Переворачиваем изделие, и начинается у нас уже формирование нашего узора. Дальше идет у нас кромочная петля. Кромочная. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5. И до конца ряда 1, 2, 3, 4 изнаночных плюс кромочная петля. Так, следующий ряд у нас шестой. Вяжем его таким образом. 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше идет у нас 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, пряжа расслаивается. Мы ее вернем. 6, 7 и 2 лицевые. 1, 2, кромочная петля. Дальше. Седьмой ряд. Вяжем таким образом. 1 кромочная, 1 изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, попробую вязать, глядя в телефон, 3, как неудобно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночные и кромочная петля. Девочки, кому быстро, я еще раз говорю, что можно скорость увеличить или уменьшить, смотря как вы вяжете, да? Пряжа на самом деле очень темнее, а тут она показывает выбеленным. Дальше следующий ряд, восьмой у нас ряд будет. Вяжем мы все по рисунку.
Я не буду проговаривать, чтобы вас не отвлекать. Итак, следующий ряд у нас 9. Вяжем также его по рисунку. Все петельки по рисунку. И кромочная. Рисунок уже начинает у нас вырисовываться. Вот будет лицевая сторона. Вот это изнанка. Дальше следующий, 10-й ряд. Вяжем таким образом. 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3. 4, 1 лицевая, 4 изнаночные, 2, 3, 4 и 1 лицевая, кромочная петля. Дальше следующий, 11 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные. 2 лицевые, 1 и 2, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1, 2, 3. Дальше вяжем по рисунку, у нас идет 2 изнаночные, 1 лицевая, кромочная. Дальше следующий у нас 12-й ряд. Мы вяжем таким образом. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Остальные петли все лицевые до конца раппорта. Так, маленько руки пониже, иначе не видно. Так, переходим к следующему ряду. 13-й ряд. Первая петля у нас кромочная. Дальше идет лицевая. Дальше вяжем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые, кромочная петля. Переходим на следующий ряд. Следующий ряд у нас 14. Мы вяжем его по рисунку. Кромочная петля. Следующий ряд у нас 15. Вяжем таким образом. Кромочная петля. 2 лицевые. Дальше идет у нас 2, 4, 6, 7 изнаночных. 1. 2, 3, 4, 5,
6, 7 изнаночных, 3 лицевые, 1, 2, 3 кромочная петля. Интересно, что уже получается. Уже видно, что это, да? Так. Итак, продолжаем вязать 16 ряд. Первую кромочную я сняла. Дальше идет у нас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 3 изнаночные. 1, 2, 3 однокромочные. Переходим на следующий ряд. 17 ряд у нас идет. Вяжем его таким образом. Однокромочная. Дальше у нас 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3, 6. Так, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Однокромочная. Следующий ряд у нас 18. Вяжем его по рисунку. Так, кромочная. И дальше по рисунку. Мне уже нравится то, что я вяжу. Следующий ряд у нас 19. Также мы вяжем его по рисунку. У меня дочечка очень любит сердечки, и она меня просила: «Мама, свяжи что-то с сердечками». В общем, придумаем ей какую-то модельку. Придумаем ей что-то, либо футболочку, либо кофточку с данным узором. Потому что очень-очень ей нравится. Так. И он же заключительный. Вяжем его таким образом. Одна кромочная. Одна лицевая. Так. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 4 изнаночных. Раз, два, три, четыре. Кромочная петля. Итак, что же у нас получается? Получается у нас вот такое сердечко. Я думаю, что будет видно вам его. Вот так выглядит с изнанки данный узор. Можно его использовать как двухсторонний узор, потому что он подойдет и так, мне кажется. Смотрите, не очень четко видно, но... В деле, на самом деле, когда полотно большое, это вот уже вывязываются следующие сердечки. Вот здесь вот, да, вывязываются следующие сердечки и смотрится в деле очень-очень красиво.